После землетрясения, не помню, через месяц или через два месяца, с России привезли домики, 9-метровые домики, вот такие. И вот мне тоже дали. Старого дома осталась вот эта решетка и полошетка. Вот. Ну, если была работа, я пошел бы работать. Сын 27 лет, вот младший сын. Работы нету. Со мной рядом дома целый день сидит. Thank you.